среду, 20 апреля, в Рязани прошло торжественное открытие 5-й Всероссийской научно-практической конференции «Символы России. История и современность». Данная конференция призвана содействовать консолидации федеральных и региональных учреждений, общественных объединений, научного и профессионального потенциала ученых и исследователей, работающих с государственной символикой для формирования патриотического сознания российских граждан как духовного ориентира и важнейшего ресурса развития современного российского общества. С приветственным словом к участникам и гостям конференции обратился председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин. Я рад приветствовать вас здесь, в этих исторических стенах парадного гербового зала. Недавно этот зал был отреставрирован. Благодаря этому обеспечены не только сохранность объекта культурного наследия и возможность его современного использования, но и воссоздан его исторический облик. В частности, восстановлены гербы уездных городов Рязанской губернии. Они соответствуют облику и административно-территориальному делению на момент XIX века. Теперь символы уездных городов увенчаны геральдическими коронами. В свое время эти элементы были утрачены из-за ремонтов, проведенных в советский период. И позвольте мне выразить благодарность Геральдическому совету при губернаторе Рязанской области за помощь в исследовательской и реставрационной работе на объекте культурного наследия здания Благородного собрания XIX века. Что касается темы конференции, то хочу отметить, что в регионе создано правовое пространство для функционирования геральдических символов. Приняты законы Рязанской области о гербе Рязанской области, о флаге Рязанской области, об официальной символике в Рязанской области и ряд других нормативных актов. Геральдическая система развивается не только на региональном, но и на муниципальном уровне. Это способствует решению одной из основных задач – патриотическому воспитанию рязанцев. Наряду с родным языком, культурой, символика является мощным, объединяющим началом, предметом гордости за страну, ее историю и выдающихся граждан. Изучение государственных символов помогает формировать национальное самосознание, воспитывать уважение к истории и традициям своего народа. Уверен, что сегодняшняя конференция послужит хорошим поводом для осмысления современного значения символов России. Я желаю участникам научно-практической конференции успешной, плодотворной работы, а также хороших впечатлений от пребывания на Рязанской земле.